Всем привет, друзья! Всем привет! Для сегодняшнего подкаста у нас несколько поводов, и все очень важные. Начнем с самого главного и самого большого события. На канале 200 тысяч подписчиков. Я, конечно, понимаю, что из этих 200 тысяч, возможно, многие уже на канале не присутствуют. Как бы кто-то приходит, допустим, раз там в месяц, кто-то приходит там спустя полгода. О, здорово, вы еще живы, вы еще трудитесь, вы еще ваяете. А некоторые смотрят исключительно только интересующие их жанр. Ну, это нормально, я считаю, это нормально. Да. Мы занимаемся каналом уже на протяжении почти 3 лет, и за это время YouTube стал для нас неотъемлемой частью жизни. Постоянно планы все подгоняются под летсплеи, там, где нам, допустим, выходной нужен, там уже рассчитываем, ага, нужно тут записать, тут надо успеть, там кто-то подольше задержался, там ночью спать лег, кто-то там утром пораньше встал, залил на YouTube все это дело, то, что успело с ночью заходится. Постоянно что-то делаем, постоянно как-то экспериментируем, сами себе усложняем, можно сказать, жизнь. Ну а что, нужно как-то развиваться же, правильно? Ну вот я, допустим, с опенингом постоянно экспериментирую, Саша постоянно железки новые тестит, то там купит, то там купит, нужно вот это посмотреть, нужно вот это вот облегчить, нужно качество вот тут повысить. Ну, в общем, тоже пытаемся совершенствоваться, так сказать. Ну ладно, не будем вдаваться в подробности. В общем, будем и дальше стараться радовать вас интересными и необычными проектами. Спасибо вам за поддержку, оставайтесь с нами. А теперь, я думаю, перейдем к ближайшим планам. У нас закончился Shadow of Mordor. И со следующей недели мы планируем начать Bioshock проходить. Да, дождались. Всю серию, то есть начнем, естественно, с первой части, потом вторую, потом третью. Я знаю, что третья считается как бы приквелом, да, насколько я помню. Но все-таки я считаю, что правильно будет начать именно в том порядке, в котором они выходили. Mm-hmm. Вот. Начнется, возможно, не с понедельника, потому что мы просто по времени Можем не успеть. Вот и сейчас, вот видите, подкаст записываем уже в воскресенье, почти ночь уже. Без 5 минут. Ну, это я фигурально. Не без 5 минут, конечно. Ну, в общем, поздно уже, да. Короче, ожидайте. Я игру не проходил. Я в нее играл, но я ее не проходил. Играл немного. Почему не прошел, честно скажу, не помню. И было это так давно, что я уже даже толком не помню начало, что ли. Я не помню, когда это было, сколько лет назад. Я помню, что ты бегал в самом начале, что-то потом выключил, и все, и так руки у тебя не дошли. Ну там меня то ли что-то меня отвлекло, то ли еще как-то. Ну, в общем, не пошло дело, я ее не проходил. Поэтому это будет слепое прохождение все-таки. Еще хочу отметить, что возможно, не факт, но возможно, что между частями будут какие-нибудь, ну, небольшие вкрапления, там, игры на 2-3 часа. Возможно. Возможно, да. Тут еще зависит разбавим от длительности немножко самих игр. Ну, по сути, серия, в общем-то, прерываться не будет. Угу. Черевод у нас тоже подходит к концу. Да, закончится он уже на следующей неделе. Игра получилась, конечно, длинной, сложной. Для нас, ну, морально тяжелая. Она действительно занимала очень много сил моральных и много времени отнимала. Караул просто неожиданно. Действительно, сами не ожидали, что игра получится такой, когда начинали ее играть. Ну, в общем-то, все равно мы довольны. Ну да, полное наше мнение вы увидите, точнее, услышите в конце уже игры самой. Mm-hmm. У нас есть такой небольшой план еще. Выходит на этой неделе, 28 июля, игра, точнее, даже не игра, а DLC Fox Tales для игры Never Alone. Игру мы проходили на канале, если кто помнит. Да, она нам очень понравилась, и DLC прямо очень хочется посмотреть, вот как оно выйдет. Ну, то есть, скорее всего, это будет после Черевод. Да, я думаю, Черевод закончим, и следом будет сразу DLC. Угу, мы как раз успеем записать, все сделать. DLC должно быть не длинное, совсем короткое, скорее всего, будет. Поэтому много времени не займет.
а не факт на самом деле. Ну, мне кажется, потому что даже сама оригинальная игра была не длинной. Да. Интересно, как они там будут эти вставочки интересные свои делать. А, исторические там, познавательные? Ну, да. Не знаю. Посмотрим. Посмотрим. В общем, ждем, ждите. Думаю, будет интересно. А после Never Alone, так как она, скорее всего, все-таки коротенькая, планируем начать Nata Quest. Anna Quest называется игра. Так Nata Quest скажет или Anna's Quest? Ну, вот я не знаю, я сначала сказал Nata Quest, а потом игра называется Anna's Quest. Nata Quest — это категория, все уже знают на канале. В общем, будет игра в моем прохождении от Дедаликов, называется Anna's Quest. Она вышла не так давно, и можно сказать, что я убедил Наташу проходить как раз ее. Я хотела более старый квест начать, а он мне говорит, давай новинку вот эту, я, говорит, хочу. Ну, говорю, ну ладно. Она мне так понравилась визуальным стилем, что прямо очень захотелось. Ну, в общем, будет квест у Дедаликов. Угу. Ну и подытожу планы Half-Life. Он у нас все так же остается вне расписания, выходит, как будет время. У нас осталось пройти два DLC. Blue Shift точно совершенно будет... Наверное, не на следующей неделе. А, короче, как будет время, так и начнем. Да, кстати, вот не спрашивайте постоянно, потому что мы сами не знаем, как. Вот мы стараемся, конечно, чтобы он выходил более или менее там, ну, систематически, но как бы вы сами понимаете, это третье прохождение, и мы достаточно много уделяем времени сейчас каналу. В общем, все забито. Все планы вот просто под завязку. И второй DLC Decay, кооперативная, с ним, я не знаю, я так и не смотрел, будут там какие-то проблемы, не будут, как оно запустится, не запустится. Оно пока под вопросом, но желание есть. Ну, в общем, вот, как бы, подытожу Сашины слова, то есть, получается, в планах у нас два DLC. После этих двух DLC планируем Half-Life 2. Верно. С планами закончили, теперь пришло время немножко отвлечься и развлечься, да. Модераторы у нас в ВК устраивали конкурс креативити. Для нас это тоже было сюрпризом, поэтому мы не объявляли о нем на Ютубе, но конкурс закончился. А сам конкурс требовал от участников сделать позитивный микс из наших роликов или что-то креативное, связанное с кружкой или майкой, ну как-то так. Вот как раз на фоне вы можете видеть работу одной из наших подписчиц. Лена накреативила очень прикольную майку. Ну да, очень здорово получилось. Очень понравилось. Необычно и качественно сделано. Можно отдавать в принт и печатать, да? Да. Очень классно. А остальные ребята сделали позитивные миксы. Ну там, ты знаешь, разные миксы. Есть и такие более или менее серьезные монтажи. Есть и с юмором. Кто во что горазд. Ну, мне понравились они, я улыбался и хихикал, конечно. Ну, где-то мы вообще в голос тут гоготали. Мы сначала планировали выделить победителей, но, честно говоря, растерялись, так не смогли определиться. Работа проделана поистине вообще титаническая, наверное. Я просто как бы сама знаю, Саша знает. Угу. Нам приходится сталкиваться с монтажом. Работа просто колоссальная. И ребятам большая благодарность, и вы большие молодцы на самом деле. Согласен. В итоге мы решили сделать плейлист на канале, поместим его на главной страничке и, наверное, в описании вот здесь к подкасту. Решили показать все ролики. Смотрите, оставляйте свои мнения. Мы, в общем-то, рекомендуем к просмотру. Да, все ролики достойны внимания. А каждый участник от нас получил по небольшому призу. Я думаю, что мы и закончим на этом подкаст. Вроде бы все сказали. Все, прощаемся. Напоминаю, что у нас есть группа ВКонтакте, где не обязательно регистрироваться, а можно просто даже следить за новостями какими-то. Ссылки на группу там, и на другие какие-то важные моменты, там, на расписание или еще на что-то, все есть в описании канала. Да, даже под каждым видео сейчас есть. Угу. Так что найдете. Следите за новостями и увидимся. Всем пока. Всем пока.